Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту ADVIV. Это, друзья, у нас рекламная платформа. И в этом видео я хочу поделиться тем, что я проверила этот проект на вывод. В данный момент я нахожусь пока в 5-й группе. Вот. И это видео по выводу. Все замечательно, друзья. Проект платит. У меня просмотрены платные объявления. Но, естественно, я вот эти БАП-объявления тоже просматриваю, так как наш заработок зависит от группы. Так. История снятия средств. Нет. Так, да, вот сейчас меня перебросит. Я заказывала $8.18 с учетом комиссии. Мне пришло 7.93. Основной баланс. Все, галочка зеленая стоит. Переходим, друзья, на почту. Открываем. Мне вот такое письмо пришло только что, 23 минуты назад. Перевести сообщение. Вы запросили на сумму $7.93 США. Запрос успешно обработан. Хочу сказать, что почти инстант, друзья. Буквально несколько минут и вывод пришел. Все замечательно. Так, переходим теперь вот сюда. Оповещение. Я уже кошелек не буду открывать. 7.93 USD. 4.08.20 год. Здесь опять сумма. И комментарий. ADVIV. Вывод. ADVIV. Вывод. Юзернейм Елена. Все замечательно. Проект платит. Я очень довольна проектом. Но у меня... Я знала, что он будет платить, потому что я уже во втором проекте состою от этого админа. Так что у меня сомнений не было. Вот. Ну, в принципе, это все, что я хотела сказать. Да, друзья, при выводе средств, кто будет выводить, когда будете выводить, вам на почту придет пин-код. У вас откроется окошко, когда вы нажмете «Вывод». Вот. Впишите сюда сумму, нажмете «Отправить», появится вот такое вот окошечко, на почту придет пин-код, скопируйте и вставите в поле этот пин-код и нажмете «Отправить», и все. Кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. Проект суперский. Не забываем еще о том, что это, друзья, у нас и рекламная платформа. Можно еще как бы рекламить свои проекты, но это уже другая тема. Спасибо за внимание. Всем удачи. До новых встреч.